Юрий Иванович, дай ключи от машины. Галстук. Мне в город надо. Не дам. Почему? Глушитель мне оторвали. Это брак был. Фары разбили. Я разве? А вчера Надя там под сиденьем помаду нашла. Юрий Иванович, я уже объяснял. Я сестру в больницу возил, родную. А пробка от шампанского? Все! Больше никому не дам. Сам научусь ездить и буду свою семью возить.